Всем привет, дорогие друзья, с вами Арчи. Сегодня буду играть в игру под названием Broforce. Проходить карты на эту игру в Custom Camping. Давайте. Так, Best Workshop Levels. Давайте все левелы выберем. Так. Возможно, даже будет и мультиплеер по этой игре. Так, Broster, Undead Siege, GM Hell. Давайте начнем со второго. Так. Так. Вот все, Дженнет. Так, я зашел, и мне уже здесь нравится, так как здесь такая обстановка. Ну, в общем, я не стал проходить обычную. Ну, ой-ой-ой, на какую кнопку там стрелять-то? А, точно. Так. Я, в общем, не стал проходить обычную игру. То есть, обычную игру. Прохождение самой игры. Ё-моё, что здесь так? Потому что она там была скучная. А чё за дебил вот это вот? Вот это вот. Всё. Так, о, у нас Брюс Уиллис. На-на-на-на-на-на-на. Чё они делают-то? Они типа сидят, типа, они должны как бы в траве сидеть, мне кажется, или просто создатель карты немного перепутал. Ладно. На-на-на-на-на. Так, нужно снизу сломать. Ой-ой-ой-ой. Да что такое? Давай ломай, на-на-на. Короче, давайте уедем просто отсюда. Все. Пока, друзья. Все. Пока. Вот так вот надо работать как профессионал. Так, нам там сверху открылось его. Было бы прикольно, если бы могли убрать щит. Так, он заорал американцы и все такое. Не знаю, чему он удивился. Кстати, зачем я спрыгнул? Если можно было подняться на лифте. Так, надеюсь, мы не будем сдыхать, если мы так низко упадем. Ой, а тут решетки нет, они нам не дают вреда. Так, тут всякий хлам. Ой, ё-моё. Ой, какая-то пушка. Блин, как-то я сейчас по-нубски это сделал. Ладно, давайте поднимемся наверх. Так, я что там? Я что-то еще сломал там какого-то фига. Так, у нас тут там показывается плюс один. Ой, страшно. Так, там бешеная собака, которую я должен убить. Давайте здесь все сломаем, чтобы она к нам прошла. Все. Ой, я его, кстати, не заметил. То, что он здесь сидел. Блин, там пулеметчик. Ой-ой-ой-ой. Это опасно, кстати. Опасное дело. Его зарезать очень, кстати, легко. А мы его бросать не можем. Стой, что там выдвигает, что за писюн? Так. Там какой-то гигантский писюн выдвинулся так. Ну, мне этот класс не очень нравится. Давайте сломаем вот эту вот пушку. Все. Так. Кстати, вон... я думал, это что-то плохое. Думал, какая-то бомба там что-то... Ой-ой-ой-ой. Кстати, зря я это сделал, конечно. Все, тут все сейчас взорвется к фигам. А, у него здесь плюс то, что у него тут пули какие-то рикошетные. Ой-ой-ой-ой. Окей, они сами себя взорвали, не понимаю, для чего они это сделали. Так, снизу я там смотрю, какая-то решетка. Да, кстати. Нас запалили. Понятно. Че это было? What the fuck? Почему собака там снизу оказалась? На-на-на-на-на-на-на. Стоп. Так, у него нету оружия. Ну, ладно. Давайте его просто зарежем. Нафиг. Вот этот класс даже очень прикольно, вот так вот. На. Так. Че я не могу стрельнуть-то? Во, вот так вот. Почему когда они выпадают, они сгоревшие какие-то будто бы. Вот тут еще такие же дебилы сидят, которых я убил. Люди в черном. На! Ой, что там, короче, что-то взрывается страшно. Опять-то херота. Ой, они там оттуда выходят все-таки. Все, прощай. Да, там кто-то гранаты бросает. Мне это не нравится. Так, мы
будем играть за Арнольда Шварценеггера. На! На! Он начнет палить? А нет, он просто удивился. Ё-моё, как нам его убить? Ё-моё, что за уровень? Так, мы можем в него залезть, кстати. Да, мы можем в него залезть, только прыгать он не умеет. Ну, кстати, хорошая вещь. Это вот мне понравилось. Так, это я знал, что так и будет. Блин, нам нужно как-то отсюда выбраться из этой пещеры. Мне уже задолбало здесь. На! Так, окей. Мне, кстати, меня только сейчас заметили. Так, мне кажется, я лучше наверх залезть, думаю. Кто-то наблюдает, стоит. Думаю, кстати, это... Кстати, вот конец, да, или что это? Все, летаем отсюда к фигам. Мне уже задолбалось как-то вот это вот все проходить, это очень трудно. Охренеть, блин! Ой. Ладно, я прошел, тут тайм я не стал. Не будем смотреть, на каком я месте. И перейдем к какому-нибудь еще одному уровню. Так. И давайте Evil's Nest. Злой Nest какой-то. Забыл, как переводится Nest. И начнем. Так, я зашел, вот мне дали кого-то персонажа. Кстати, тут же некоторые персонажи типа дополнения лишь. Ну, тут, короче, из некоторых других. Что за говно сейчас было, я не понял. Реально, я этого не ждал. Кстати, вот в этом видео монтажика не ждите, потому что лень как-то монтировать, и я решил что-то снять, хоть что-то. Так, а как нам туда пройти? Зря, кстати, мостик этот сломал, вообще зря. Я вообще мастер, наверное. Давайте проломаем проход, давай. Так, эти дебилы там опять ищут муравьев. Один сдох. Такой, что за херня происходит? И такой, на. Все, наконец-то сдохли. Да, здесь обновленные персонажи. Не помню. Так, короче, забыл, из какой. Экспентаброс вроде игры. Здесь они тоже присутствуют. Она, кстати, бесплатная, но я не стал ее проходить. И такая же она и забавная была. Что это было сейчас? Ну, в общем, не такая же она и забавная была. Это мне как-то... Ух ты, вы гады, на, крыса, крыса, крыса. Не такая же она и забавная была. Вот эта мне игра больше понравилась, чем копия. Кстати, давайте нам возьмем пару друганов. Давайте, идите, мочите их. Окей. What the fuck? Что эти дебилы делают? Давай, иди убивай, главное, не упади. Headshot, бич. Так, тут труп, кстати, тут шипы. Это аккуратно надо быть. Чё ты орёшь, америкос, америкос? И... На, хэдшот, бич, еще один. Так, там, кстати, пушка, кстати, очень опасная. Там наш слуга, друган там, пока не понимает, что происходит вообще. И поэтому пойдем без него. Ой, я что-то не наткнулся на шипы. Так, я думал, в этот район кто-то будет. Вот здесь и есть крысы, на. Все, их уже нету. Так, я там, да ё-моё, вы достали. Вылазите из травы. Да ё-моё, да иди ты нафиг. Все, пока, дебил. Так, ну это обыкновенный. Так, вот это вот. Мне штучку лучше не трогать. Ё-моё, я думал, сейчас на меня все сейчас упадет нафиг. Так, я ему сделал хэдшот мгновенный. Давай, ну, молодец. Ой, ё-моё, палить начну сейчас. Кстати, они убивают с первого выстрела. Что очень трудно. Не ожидаешь... Блин! Вообще, не ожидаешь, когда они стрельнут в тебя. Да ё-моё, что ж ты такой жирножопышник-то? Окей, придется забираться по стенам. Ну. Так. Надеюсь, тут ничего не развалится у них. Давай быстрее просто пробеги это все. На. На. Так, сейчас пулеметчик тут пришел такой, типа, что происходит, не понял. Давайте его отпустим. На, я пришел за братом. Беги.
Ё-моё, блин, это вообще было неожиданно. Ой, ой, не-не-не-не-не-не-не. Блин, это очень страшно. Вообще страшно просто. Кстати, что это за перс? Ой, тут, кстати, шипы, я чуть ли на них не наткнулся. Так это тюряга. Окей, не там держит моего брата, давайте. А, окей, я думал. Давайте, кстати, на самого этого брата запрыгнем. Все, они сюда не могут забраться. И сделаем вот так вот. Меня просто зверчески, всячески убили. Давайте, пока она там жрет. Охренеть, что это вообще, вообще жопа. Ну ладно, давайте возьмем. Да блин, что такого-то обыкновенного? Так, пройдем. Давай, улетай отсюда. На этих штуках прикольно можно полетать, но я этого делать не буду. Я один раз попытался, все. Смерть пришла. Потому что есть пещеры, в принципе. Ха-ха, а как нам туда попасть, к тому сейфхэму? А, там нужно вот так, нифига не. Блин, сколько их тут вообще? Давай, Арнольд Шварценеггер. Иди нафиг. Пипец, вот надо было прям вот попасться. Я просто не могу. Как так я попасться-то мог? Давайте машинку им сбросим туда. Все. Прикольный класс. Нравится мне. А? А? Ничего. Да блин, да что такие... А, нет, это снайпер. Это уж не такой уж и обычный персонаж. Нах, чот бич. Иди в жопу. Срич. Что? Соси кирпич. И не плачь. Как маленький хач. Это рифмоплет. Фух, блин. Перепрыгнул. Нам, кажется, наверх надо, там уже будет финиш. Если так, то это очень хорошо. А если там будет спуск в другую локацию, это будет жопа. Да сдохните вы. Иди нафиг. Тоже хороший, кстати, класс. Так, давайте спасем нашего братана. Нашего бро. В какой-то игре. Всех практически зовут. И нам дали Рэмбо. Потому что, если кто не знал, в этой игре персонажи из всяких всяческих боевиков. Этого не ожидал здесь увидеть. Быстрее беги. Ну ты, фу ты. Да пошел ты нафиг. Просто я не могу. Отлично. Теперь мне придется обратно лезть. По этим засратым лесенкам. Встречаться с ними. Так, там еще. Ну, у меня еще 4 жизни, кстати. Это... Все, пошел нафиг. Давай. Есть, запрыгнул. Так, так то вот финиш. Так, я думал, это ловушки. Все, прощай. Этот мир лаганый. Какие-то даже не до конца все взорвалось. Настолько я много убил людей. Окей. Тайм я тоже не буду смотреть. Ладно, давайте еще какой-нибудь посмотрим. Попробуем хотя бы посмотреть, что там будет. И давайте... Obsidian Tower. Даже неохота туда заходить. Бропокол... Брокополипс. Давайте по названию какому-нибудь крутому. Кэмп Альфа, нет, Альфа нам не надо. Ну давайте Obsidian Tower все-таки посмотрим, что там будет у нас. Просто посмотрим. Итак, если это Obsidian Tower, здесь должно здесь сделано все из обсидиана, только я тут пока ни одного обсидиана не вижу. Я вообще думал, что все мне хана. Нет, мне показалось, что здесь прям так вот все настолько. Да, здесь какие-то галлюцинации у него происходят, не понимаю. Да сдохни ты уже. Когда кого-то убиваешь, у него какие-то галлюны происходят, вон какие-то. Будто бы у него, вон, видите, проблема с психикой. А-а-а, зачем? Это ж... Что там, что это сейчас было? Наша тачка, кстати, свалилась. Да, у него реально какие-то галлюны происходят, когда... Зачем этому чуваку, у которого меч, нож... На, видали, как надо. Как прям. А вот фиг ты меня убьешь. На-на-на, сгори в аду. Ладно, не упасть к ним. К ним на тусу мне как-то не очень охота идти.
Мне кажется, это такой же длинный уровень, как и все остальные. И у него бомбы, кстати, были, он меня чуть ли не прикрепил. Что за бомжатник здесь у них происходит? Да господи, да сдохнет ты, тварь. Так, надо бежать. Как меня убили? Какого хрена? А, понятно, теперь как. Все, пока. Да ё-моё, да открой ты мне дверь. А вот какой-то обсидиан синенький. Может быть, там за ними скрывается обсидиан? Да, вон, что это за говно? А, это... Блин, это компьютер. Так, давайте. Запрыгивай, запрыгивай. Не, мне кажется, это вообще не город даже, нифига. И тут можно просто сбоку вот так вот пройти. Как это делаю, в принципе, я. Там какая-то тачка еще. Ну окей, у меня 4 жизни. Ё-моё! А, вот что здесь такого типа хардкорного. А то я думал, все так все легко, можно просто пробраться здесь. Давайте также сделаем здесь. Нет, нам не получится, он не такой паркурщик. Вы ожидаете. Что в здании делают самолеты? Логика просто металлическая. Ах. Ладно, пошлите наверх. Ой, это финальный уровень. Ё-моё, беги быстрее. Мы сейчас пройдем этот уровень тоже, кстати. Все, мы прошли, мы просто мастеры. Мы прошли целых 3 уровня, хотя я ожидал пройти здесь только 2. Ну ладно, я на этом закончу. Так, давайте Брофорс услышим. Давай, 3, 2, 1. Да, вот так вот. Ну ладно, всем пока, с вами был Аршер, подписан на мой канал, ставим лайки, комментируем, всем удачи, всем пока, и кто ждет видео по Гаррис Моду, где я снимал тайне. Ну, в общем, ждите, скоро будут монтажики, да, все такое, когда я настрою свой Sony Vegas после переустановки Windows, и все такое. Ну, в общем, всем пока и удачи, спасибо, что подписываетесь на мой канал. Все.